Фейбл. Эту историю я взял с канала Шинник. Ссылочка, как всегда, в описании. А теперь озвучка. Я слышал, у нас новенькая. Опять какая-то крашеная дура. Да отстаньте вы от меня! А это кто? Это Мизуки, девушка Майкла Джексона. Майкла? Да, что? Да так, ничего. Пошли, а то опоздаем. На уроке. Дети, у нас новенькая. Входи. Представься. Меня зовут Мизуки. Мне 15 лет. Надеюсь, подружимся. Садись на свободное место. А мы продолжаем урок. После урока. Привет. Давай дружить. Давай. Меня Мизуки зовут. Наоми. Приятно познакомиться. Взаимно. А можешь рассказать, как кого зовут? Конечно. Пошли. Это наша выпендрёжница Алина. Кстати, она влюблена в Иоши. С голубыми волосами это мой брат, Алекс. А рядом с ним Иоши. Ладно, пошли на урок, а то опоздаем. Ма, я дома! Записка. Доча, мы с папой уехали в гости. Будем через 2 дня. Ура, я буду одна! Кровать! Через 5 минут. Блин, скучно. Есть идейка? Привет. Приветик. Как делишки? Нормально. А у тебя? Тоже норм. Что делаешь? Сижу, скучаю. Слушай, у меня есть идейка. Какая? Приходи ко мне на ночевку. Мои родители уехали к гостям. Давай. Адрес? Ага, жди. Через 5 минут. Сейчас как нажрёмся! Мы веселились. Ночью. Блин, не могу уснуть. О, есть идейка. Наоми! Наоми! Да что ты хочешь? Пошли гулять. 3 часа ночи? Ну, пожалуйста. Ладно. Стоять. И что вы тут делаете в 3 часа ночи? Это все Мизуки. Она меня разбудила и попросила, чтобы я с ней сходила погулять. А я просто хотела погулять. Ладно, мы вас прощаем. Ага, мы пойдем. Через неделю. Пап, ты куда-то собрался? Нет, к нам придут гости. Сходи, переоденься. Там будут твои сверстники. Ага. Неожиданная встреча.
Вы что, знакомы? Да, но это не важно. Что будем делать? Пойдемте в клуб. Хорошая идея. Идите сами. Иоши, пошли. Ладно. Майк, ты вообще? Закройся, ты мне больше не нужна. Да забудь ты про него. Ты что, целую ночь ревела? Не твое дело. Я просто о тебе волнуюсь. Со мной все хорошо. Она уже неделю ни с кем не разговаривает. Надо ее развеселить. Каким образом? Надо пригласить ее погулять. Привет. Привет. Как дела? Не очень. Может, сходим погулять? С нами Оша будет. Я не хочу. Ну, пожалуйста. Мне лень. Ну, пожалуйста, я тебя умоляю. Ну, хорошо. В парке в 16:00. Ага, окей. До встречи. И что будем делать? Пошлите в ТЦ, я плачу. Я за. ТЦ. Выходи. Как тебе, Иоши? Слишком открыто. А мне понравилось. Чё ты сказал? Ничего. Пошли. Смотри, какая цаца. Покупаем. Мы ели мороженое, бегали, бесились. Не думал, что ты меня бросаешь ради Йоши. Мы расстаемся, потому что ты мне изменил. Я был пьян. А когда сосался с какой-то на концерте, тоже был пьян? Она хотя бы лучше выглядит, чем ты. Так и иди к ней. С радостью. На учебе. Бу! Да, конечно. Вставай. Я пойду. Наоми, с тобой все нормально? Шип-шип-шип-шип-шип! И это моя подруга. После этого мы очень сдружились. На учебе. Ты меня вообще слушаешь? На что ты там пялишься? Отдай! Не-а. Что тут у тебя? Не смотри! Ты что, влюбилась в Иоши? Нет, с чего ты это взяла? Да ты красная, как помидорка, колись! Ладно, да. Так, иди и признайся. Я боюсь. Почему? А вдруг он меня не любит? Так пойди и узнай. Нет, не хочу портить дружеские отношения. Мизуки,
ты забыла телефон в классе. Вот, держи. Спасибо. Я случайно разблокировал твой телефон, и там было мое фото. Ну, это для вдохновения. Хорошо. А то я подумал, что... Между нами только дружба. Проходило время, а я никак не могла признаться ему. Однажды... Прости. Привет. Привет. Слушай, а ты в лагерь едешь? Нет, не хочу. Жаль. А я поеду. И что я там одна делать буду? Да не волнуйся. Там полно других девчонок. Подружишься с кем-нибудь. Тебе легко говорить. Ладно, пока. Мама пришла. Пока. Начались летние каникулы. Мизуки, иди сюда! Ага. Что, мам? Мне звонили по поводу лагеря, и я сказала, что ты поедешь. Что? Я не хочу! Почему? Ты же каждый год ездишь. И я уже сказала, что ты поедешь. Ну, отмени. Я не могу. Начало уже завтра, так что собирайся. Ну, мам! Прости. Так, все в сборе. Подождите. Простите. Ничего, продолжим. Так, половина меня знает, кто был здесь раньше. Для тех, кто здесь впервые, меня зовут Анастасия Анатольевна. Все помнят нашего вожатого Сергея Сергеевича. На этой смене его не будет. Но его будет заменять его сын. Ему 17. Он пока не приехал, но я вас потом познакомлю. А сейчас идите, разбирайте вещи. Встретимся на вечеринке. В комнате Мизуки. Ты же говорила, что не поедешь в лагерь. Мама заказала билет, а отменить его нельзя. Но ничего, мы и тут затусим. Ага. Ладно, давай вещи разбирать. Давай. На вечеринке. Перед вечеринкой я хочу вам представить нового вожатого. Мизуки, с тобой все нормально? А, да, все в порядке. Хорошо. Знакомьтесь, это ваш вожатый, Александр Сергеевич. Всем привет. Даже если мне 17 лет, как и вам, это не значит, что вы можете делать то, что хотите. А сейчас веселитесь. Через 15 минут. Мизуки... Почему ты стоишь здесь? Мне немножко плохо. Я пойду воздухом подышу. Хорошо, я скажу вожатым. Ага, спасибо. Через час. Так, вечеринка закончилась, все здесь. Так, не хватает Мизуки. Где она? Ей стало плохо, и она пошла подышать воздухом. Сколько ее уже нет? Где-то час уже. Она появлялась за это время? Нет, ни разу. Я схожу проверю.
Мизуки! Что случилось? У меня закружилась голова, и я упала. Мне тяжело дышать. Встать можешь? Не знаю. Попробую. Мизуки, очнись. Черт. Вызывай скорую. Что случилось? Она потеряла сознание. Алло, скорая? В больнице. И как она? Она упала в обморок, потому что слишком много нервничает. Завтра сможет уйти. Ага, спасибо. Через 15 минут. Мизуки, не плачь. Иоши. А вот и причина переживаний. Мизуки, не плачь. Я с тобой. Давай я с ней посижу, а ты отдохни. Нет уж, спасибо. Все-таки я виноват, что не уследил за ней. Мы оба виноваты, так что... Не волнуйтесь, я с ней посижу. На следующий день. О, ты проснулась. Как себя чувствуешь? Нормально. А где я? В больнице. Ты вчера упала в обморок. Ясно. Давай, собирайся. Пошли. Ага. Стойте. Что-то случилось? А почему сегодня не было Александра Сергеевича? Он отдыхает. Он вчера за тобой всю ночь ухаживал. И он думает, что он виноват. Ага, спасибо. Что это? Пирожное? Записка. Александр Сергеевич, спасибо вам за вашу заботу. Мне сказали, что вы обо мне позаботились. Я не знала, что вы любите, и выбрала пирожное с черникой. Я его очень люблю. Спасибо за все. От Мизуки. Моя любимая. Как ты себя чувствуешь? Нормально. А что? Ты вчера так плохо выглядела? Я переживала. Ничего страшного со мной не случилось. Ну да, всего лишь валялась без сознания. Ничего страшного. Ладно, прости, не права. Главное, с тобой теперь все хорошо. Ага. Интересно, когда мы пойдем на речку? Ага. Девочки, мы идем на речку. У всех есть купальники? Да! Хорошо, через полчаса возле берега. Не опаздывайте! Да ты прям Ванга! Ага, я такая! За буйки не заплывать, а теперь идите. Через 15 минут. Александр Сергеевич, помогите! Что случилось? Там Наоми тонет! Наоми? Мизуки, стой здесь! Я сейчас! Через 5 минут. Скорую! Почему у меня темно в глазах и болит голова? Мизуки! Алло, скорая! Одна девочка нахлебалась воды, а вторая без сознания. Где я? Где Наоми? Точно. Можно войти?
Ага. А где Наоми? Она в больнице. Ты чего? Не плачь. Наоми, она... Она... С ней все хорошо. Не волнуйся. С ней все хорошо. Ты мне не врешь? Нет, я тебе не вру. Прости меня. За что? У тебя из-за меня куча проблем. То я в обморок упаду, то Наоми. А в чем связь между тобой и Наоми? Если бы я пошла с ней, этого бы не случилось. Это случайность. А сейчас пошли, я проведу тебя к комнате. Ага. Переодевайся. Я отвернусь. Я все. Ложись. Спокойной ночи. Останься. Что? Останься, пожалуйста. Ладно, я лягу наверху. Когда ты уснешь, я уйду. Через 5 минут. Ты спишь? Нет. А у тебя есть парень? Нет. Понятно. А нравится кто-то? Да, но не судьба. Сочувствую. С каждым бывает. Спросить или не спросить. Ладно. А у тебя девушка есть? Была. Она была моей первой любовью, но она меня предала. У меня тоже первая любовь. А знаешь, мы с тобой похожи. И чем же? У нас невзаимная первая любовь. А знаешь что? Что? Значит, не суждено. Да, это больно, но то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да, ты прав. Спокойной ночи. Спокойной. Утро. Ушел? На зарядке. Все, все молодцы. А теперь по комнатам. Наоми! Объясни, что тогда произошло? В общем, я сделала это специально. Что? Зачем? Мне просто... Что просто? Мне нравится наш вожатый. Александр Сергеевич? Да. Наоми, ты вообще нормальная? Ты вообще думала, что ты творишь? За тебя все волновались. Но... Что но? А если бы ты утонула? Ты вообще дура! Я думала, ты мне поможешь, а ты просто стоишь и орешь на меня! А ты чуть не утонула! Внимание парня можно завоевать другим способом! Наоми! Ну иди к черту! Время 17:00. Наоми не приходила. А уже 5 часов. Где ее черти носят? Обиделась? Уже темнеет. Надо найти ее. И здесь ее нет. Может, на берегу? И здесь ее нет. Кого ищешь? А, я ищу Наоми. Светло-голубые волосы? Да. А ты знаешь, где она? Она пошла в клуб с Лерой. С Лерой? Какой Лерой? Моя лучшая подруга.
А ты почему не с ней? Поссорилась. Я тоже. Я Алина. Я Мизуки. Ты не против? Нет. А почему поссорилась? Ты про Леру? Да. В общем, я не сильно богатая. А Лера наоборот. Ну, я ей наврала. И потом она узнала. Вот и все. А ты? В общем... Ого! Ясно. Мне кажется, ты права. Хоть ты меня понимаешь. Уже вечер. Мне пора. А дай мне свой номер телефона. Я тебе напишу. Хорошо. Записала. До встречи. Пока. Ты где была? На берегу с Алиной. Хорошо. А сейчас иди спать. Хорошо. Ее нет. Ладно, лягу спать. Но мои звонки она не ответит. Обиделась. 2 часа ночи. Что это был за скрип? Наоми, что ты делаешь? Переезжаю. Куда? К Лере. Это все за то, что я на тебя наорала? Нет. Ну, прости меня за то, что сказала правду. Могла бы и поддержать. Ты решила топиться в речке, чтобы привлечь внимание парня, и я должна была тебя поддержать? Да, но уже поздно. Мы с тобой не подруги. Что? Что слышала? Пока. Я не думала, что ты такая. Алина, что ты здесь делаешь? Лера сказала, что мы больше не подруги, и чтобы я уходила. Не плачь, пошли ко мне. Будешь жить со мной. Хорошо. Давай ложиться спать, я сильно устала. Хорошо. На следующий день. Смотрите, кто пришел. Господи, что вы с собой сделали? Похоже на крашеных куриц. Как вы смеете? Саша и Алина, и мы очень сдружились. Но все хорошее заканчивается. Сегодня последний день в лагере. Но почему вы не можете поехать со мной? Я бы с радостью. Зато мы будем общаться по телефону. Да, ты прав. Вот, я уже вернулась с лагеря. К нам в класс перевелась Лера. Ну а я избегала встреч с Иоши. Дети, у нас новенький и новенькая в классе. Всем привет! Меня зовут Алина. Меня зовут Саша. Саша! Алина! Как я по вам скучала! Мы тоже. Привет! А ты кто такой? Я Саша, друг Мизуки. А ты что, ревнуешь? С чего это? Не волнуйся, я уже влюблен в другую. А я ее знаю? Ага. Я, кажется, поняла. Ты же и говорил, что влюблен в другую. Я все объясню. Ну попробуй. Мы хотели, чтобы Алина заревновала, но все пошло не так. Простите, что опоздала. Ничего страшного, мы не будем вам мешать. Прости меня. Конечно, прощу, ведь я люблю тебя.
Я тебе тоже. Огромное спасибо всем и каждому, кто ставит лайки и пишет комментарии под видео. Если у вас есть идеи, что озвучить, то пишите в комментариях, мы обязательно все посмотрим. Это канал Фейбл, меня зовут Артем, со мной озвучивает Алена, монтировала Даша. До встречи!